Desjardins! Капитан, а что это было? Что тут произошло? Команчи. Здесь? Я думал, они осели в резервациях. Некоторые из них так и не осели. Лейтенант. Вы их видели, сэр? Нет, но они где-то рядом. Так, начинайте копать. На вершине скалы. Есть, сэр. Дежарден, возьмите там лопаты и копайте. Мэм. Есть, сэр. Позвольте помочь. Помочь вам сойти. Вот так, вот так. Сейчас возьмем чистое одеялко и воду для вашего. Быстро неси одеяло. Так. Нет, мэм, они вас не тронут. Они вас не тронут. Не смотрите туда, я с вами. Они вас не тронут. Давай. Мы принесли чистое одеяло. Вот, мэм. О, нет, я не дам вам своего ребенка. Вы слышите? Так, отойди. Да, мэм. Мне оно не нужно. А ну, бросьте лопаты! Бросьте! Я сама похороню свою семью. Слышите? Да, мэм. Я похороню свою семью сама. Лопату. Ибо укрыл бы меня в скинии своей и вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы моя голова над врагами, окружающими меня, и я бы принес в его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать перед Господом. Аминь. Аминь.